Друзья, сегодня я приготовлю красивый и очень вкусный пасхальный пирог без дрожжей. Этот пирог идеально подходит для тех, кто не любит дрожжевую выпечку или у кого не хватает времени для приготовления обычных куличей. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте, и обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала к яйцам я добавляю щепотку соли, ванильный сахар, сахар, и все нужно взбить миксером в пышную светлую массу. Яйца с сахаром я взбивала приблизительно 5 минут. Вот такая у меня получилась пышная светлая масса. В полученную массу добавляю цедру апельсина, ароматизатор, я добавляю коньяк. По желанию ароматизатор можете не добавлять. Буквально вот несколько капель. Добавляю растопленное сливочное масло. Сметану и все слегка взбиваю миксером. Муку смешиваю с разрыхлителем, картофельным крахмалом, все хорошо перемешаю и просеиваю через сито. Подготовленные сухие ингредиенты порциями добавляю в тесто и все слегка взбиваю миксером. Изюм я уже заранее подготовила. Я его залила кипятком, и он у меня в кипятке постоял приблизительно 10-15 минут. Я с него слила полностью всю воду и хорошенько обсушила на бумажных полотенцах. Изюм нужно смешать с 1 столовой ложкой муки. Изюм в муке добавляю в тесто и все хорошо перемешиваю лопаткой. Посмотрите, какое замечательное получилось тесто. Оно действительно пасхальное, оно желтенькое, ароматное. Пирог получится изумительно вкусным. Пирог я буду выпекать в разъемной форме. Диаметр моей формы 22 сантиметра. Дно формы я застелила пергаментной бумагой, бока формы я ничем не смазывала. Тесто перекладываю в форму. Пирог отправляю выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Я включила режим вверх-вниз. Пирог буду выпекать без конвекции. Время выпекания пирога приблизительно 45-60 минут. Пирог я испекла, он у меня хорошенько поднялся. Готовность пирога я проверяла с помощью деревянной палочки. Когда я проткнула пирог и палочка вышла сухой, значит пирог уже готов. Вы лучше ориентируйтесь по самому пирогу, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Пирог я достала из формы, оставляю его до полного остывания. Пирог у меня полностью уже остыл, и теперь сверху буду покрывать его глазурью. Глазурь я уже заранее приготовила. Это у меня сахарная глазурь на желатине. Как приготовить эту замечательную глазурь, вы можете посмотреть на моем канале в моих видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Это самая любимая моя глазурь. Она готовится просто, получается белоснежной, нежной, густой, очень вкусной, быстро застывает и самое главное, она не трескается. И теперь глазурью покрываю пирог.
Теперь самое интересное, буду украшать пирог. Конечно же, вы можете украсить его по своему вкусу, так как вам больше нравится. У меня есть кондитерская посыпка, лепестки миндаля, такие вот мелкие цукаты и вот такие красивые сахарные украшения. Пирог я украсила, оставляю его при комнатной температуре приблизительно на 30 минут для того, чтобы глазурь застыла. Пасхальный пирог готов! Вот такой красивый, праздничный, действительно пасхальный получился пирог. Выглядит он просто великолепно. Сейчас я кусочек отрежу и покажу вам, как пирог выглядит в разрезе. Вот такая красота в разрезе. Пирог пористый, очень нежный, ароматный, такой вот влажноватый и изумительно вкусный. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пирога и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!